Ямальские школьники готовятся к Всероссийской Олимпиаде. Уже завтра, 11 января, в округе начнется ее региональный этап. В интеллектуальных состязаниях по 21 общеобразовательному предмету поборются более 600 учеников старших классов. Для ямальских учеников Всероссийская Олимпиада начнется с Олимпиады по английскому языку, которая стартует в ноябрьске 11 января. Добавлю, региональный этап интеллектуального состязания продлится до 2 февраля.